Читал в Википедии статью об эффекте Манделы, когда народ помнит то, чего по факту не было. Одним из примеров эффекта приводится фраза Ельцина в канун 2000 года. «Я устал, я ухожу». На самом деле он не говорил «я устал», а просто сказал «я ухожу». В народное сознание фразу внедрила реприза из КВН 2002 года. «Я охренел от такого заявления. Вся страна видела, слышала, а нет, вам показалось». Кинулся шерстить YouTube. Из примерно 20 видео с тем эфиром, включая канал «Президентский центр» Бориса Ельцина, только в одном и низкого качества я услышал «я устал, я ухожу». На всех остальных «я устал» действительно нет. Полагаюсь на вашу цепкую память. Помните «я устал»? Помню. Хотя вот прочитаешь и уже засомневаешься. Я знаю точно, что мы все устали от этого, да. Борис Николаевич. Если да, то зачем эти приемчики Министерству правды? Ну, формирование общественного сознания. Это же предмет издевательства. Я устал, я мухожук. Да, поэтому вот убрали. Не знаю. Мне помнится, что сказал «я устал, я ухожу». Все это безо всякого КВН цитировали. Удивлен, комрад, точно так же, как и ты.